В секторе искусств научной библиотеки Института культуры открылась новая книжно-иллюстративная выставка «Музыка, неподвластная времени», посвященная 350-летию со дня рождения композитора Томмазо Альбинони. Томмазо Альбинони – один из ярких представителей венецианской школы, внесший свой вклад в развитие жанра инструментального концерта и итальянской трио-сонаты. Его перу принадлежит 50 опер, 40 сольных кантат. Пиком карьеры Томмазо Альбинони считается 1722 год, когда композитор посвятил 12 концертов баварскому курфюрсту и сочинил на его свадьбу с Марией Амалией Габсбургской сценическое произведение «Триумф любви». Его оперы приобрели популярность за пределами Италии. В экспозиции представлены уникальные книги о жизни и творчестве Томмазо Альбинони, а также нотные издания или произведения. Среди книг особый интерес представляет следующее издание: «Гинзбург. История скрипичного искусства», «Лобано. Западноевропейская барокко», «Пешин. Магия музыки барокко», «Старикова. Полифонические пьесы. XVI-XVII веков» и другие.